Всем привет, сегодня в ролике я поставлю себе скин Райдера и зайду на кап против банды Grow Street. Кто не знал, Grow Street — это родная банда Райдера. И знаете, во время капта произошла одна необъяснимая вещь. Смотрите ролик полностью, чтобы понять, о чем идет речь. Ну и также не забывайте играть вместе со мной на Evolve RP. Промокод хэштег Лепард поможет тебе быстрее вкачать аккаунт, плюс ты получишь бесконечные материалы, если отпишешь мне во ВКонтакте. Только скидывай скрин, что ты действительно зарегистрировался на промокод. Также переходи по ссылке в описании и скачивай лаунчер. Все, всем приятного аппетита и, конечно же, просмотра. Ставим скин Райдера и пытаемся играть в компьютерную игру. Что из этого у нас получится? Давайте посмотрим. Да, играем за Рифу против Грува, но при этом в скине члена банды Грув. Так, ждем, короче, врагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отчитали. Ух ты. Снова сматываемся. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Найс. Блин, я путаюсь, то что у меня скин Грува, я смотрю на мапе много грувов, и я думаю, что я в безопасности, но... Но это совершенно не так. Что? У меня пролаг... Что это сейчас за пролаг был? У меня один FPS. Почему меня никто не убивает? Странные, странные моменты. То пролаг, то враги по мне не попадают, то они меня просто не видят. Магия. Да и только. Я ж точно Рифа, да? Ну да, Рифа. Точно там не под каким-нибудь админкой, да нет. У меня уже паранойя начинается, мне кажется. Я, получается, теперь реальный предатель Grow Street. Хотя вроде бы Райдер как таковым предателем не являлся, не орать по мне. Я так, тихонечко. Тихонечко потащу. А ты куда? Куда лезем? А, тихо, там опять с кангана стреляют. Прикрой меня. Отлично, мы так с тобой хорошо срабатываемся. 57 человек противоположной анамнезия. У меня разговаривать забыл как. Так, а этого мы тоже замочили. А может сюда теперь? А то чё он с М4 сидит, правильно? Я, кстати, еще ни разу вроде бы не... Или один раз умер, не помню. Но все равно как-то жестко, жестко все получается у нас. Что у них из этого получится? Тише, 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 тише. А, у меня персонаж не ходит. Что? А почему у меня персонаж не хочет ходить? В левую сторону. Он что, атеист какой-то? Или просто аутист? Тро. А дэмэдж будет? Почему у меня дэмэдж перестал проходить? И персонаж двигаться? Это что за аномалия? Но прошлый раз, когда у меня такая аномалия случалась, ничем хорошим это не закончилось. Меня просто заварнили. Все, новый заход. Теперь у меня персонаж двигается, хотя бы. Я безумно этому рад. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Чё ты прячешься? Что ты прячешься? Раз, два, три. На префайре его. Это тот тащер. Фух. Чуть он меня не убил. Как же я ебашу. Ребята. Оп. Просто ювелирно. Сначала в этого, потом вот того. Вот так. Пум-пам. А он. Ты умер. Мне нравится то, что у него скорость поворота очень быстрая. Снова сюда за лестницу. И пытаемся... Оп, по башке. По черепушечке, по башке немножко. Райдера тоже. Нет, нет, ну что? Живи. Красотка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну я помогу. Нет, ну нет, ну нет. Если б я его не убил, я бы, ну, реально удалил свой канал. И игру тоже. Я удаляю канал. Меня кот орёт, подожди. Меня кот давление оказывает, сейчас приду. Все, Райдер убил Райдера. Вставлю, как будто я все 4 патрона попал подряд. Я в другого вообще стрелял, убил переднего. Прикол. Вы в натуре?
Я просто зашел, урожай собрал. Ай, мы ее проиграли! Что? Мы проиграли эту терру, потому что просто люди на вертолете залетели и мы проиграли по киллам. Офигеть. Ну, эта терра была интересная очень. Ой-ой-ой. Терра была очень интересная. Давайте капстас пропишем, посмотрим. 43 на 9! Я 9 раз всего умер, вы понимаете? Ебанешься. Ну все, скинрайдера решает, берите новую имбу на заметку. Вот, всем спасибо за просмотр и всем пока.